перешла после школы к маме учеником. Потом чуть позже уже и папа помогал, объяснял что-то, если более сложное. А так занимаемся изготовлением запасных частей. В основном на наших станках это метизы для сборки или разборки оборудования. Я в детстве еще в школе сюда часто приходила в цех, когда родители в пересменку были. То есть с кем-то из родителей приходила, второй меня забирал домой. Интересно было, мне понравилось. Поэтому так и осталось тут. В своей работе мы используем токарно-винторезные станки, строгальные станки, токарно-револьверные станки. Когда какая работа есть, на том работаем. Приходим на смену, как обычно, у мастера получаем наряд задания, работу на день. Одеваем средства защиты, достаем весь инструмент, который необходим для данной работы. Проверяем правильность работы станка и начинаем работать. Сложности только если новая работа какая-то получает, то, что еще ничего такого не попадалось делать, тогда да. А если работа какая-то обычная, которая изо дня в день идет, то ничего сложного нет. Обычно всевозможные гайки, шайбы, болтики, пальцы, много чего, втулки, фитинги. Мне интересно, мне нравится моя работа. Всегда гордилась своей профессией.